Меня зовут Стас, и я приветствую всех на канале Чок-Чок. На нашем канале ваше оружие приобретает свои новые возможности. И сегодня мы будем вести обзор дульного устройства из линейки Оксид компании Брайли, которое имеет маркировочку X-Full, и дульное устройство это имеет сужение конуса 1,1 мм. Погнали! Традиционно я предлагаю вот начать с 25 метров дистанции, потому что лонги и категорию full, x-full, мы, естественно, всегда light full, и мы отстреливаем, начиная от 25 метров, потому что, понятное дело, что ближе стрелять нет смысла, будет все разбивать. Патрон будем первый выстрел использовать BQ, 23 грамма, девяточка для нужд спортинга. И, значит, Energy, 28 грамм, соответственно, 7,5 номер дроби. Стреляем. Девятка BQ, 23 грамма, 25 метров. Но покрытие плотное, все четко. Я думаю, на этой дистанции еще даже прям мишень прям дымить будет стопудово. Прям всяко разно она будет дымить. Бой вообще четкий, мне очень нравится. Но хочу сказать, что ширина боя не особо-то и отличается с фулом, да? Мне кажется. Фулочка у нас и была 70, да, по-моему, сантиметров в диаметре. Поэтому считаю, что ну, использование X-фула, допустим, пока не оправдано. Зачем перегружать конус, ну, и стрелять X-фулом, когда есть фулки? Ну, как бы так, все равно в любом случае мы отстрелы для этого и делаем, для того, чтобы понять необходимость того или иного устройства. Посмотрим, может, она как-то лучше себя проявит на более крупных дробях. Но пока вот по необходимостям спортинга, я на самом деле, вот, как я говорил в прошлой серии, да, что я вообще в принципе не вижу необходимости использовать конуса для стендовой конкретно стрельбы ту же, чем 0,63, то есть 0,25 тысячных дюйма. Ну а так, конечно, бой четкий, что сказать, вообще прям ровненький, хороший бой. Идем дальше. И вот смотрите, я уже вот вам сколько говорил об этом. Чем крупнее дробь, тем инерционная стабильность у нее выше. Соответственно, при прохождении одного и того же конуса, если это конуса тугие, да, то есть более чем получок, чем крупнее дробь, тем концентрацию она будет в большинстве своем на боеприпасах давать более тугие. То есть если вот мы замерим, допустим, 7,5 дробь, то мы получим 60 сантиметров, да, концентрацию. В то время как на дроби номер 9 у нас была концентрация, то есть, так, 7,5, да, у нас 28 грамм. То есть у нас получается, что мы дали граммов больше, на 4 грамма больше снаряд, да, мы дали, соответственно, дробь крупнее. Мы дали нагрузку на конус выше, потому что пороха в патроне 7,5, то есть давление пороха чуть выше, чем на девятке 24 грамма. Соответственно, конус на 24 грамма на девятке был менее прогружен. Мы получили, ну и соответственно, он меньше, инерционная составляющая дробин к центру, она была ниже. Мы получили особь чуть шире, то есть на 10 сантиметров на дистанции 25 метров. Здесь же получается конус у нас тот же, но давление выше, дробь крупнее, инерционная составляющая на центр выше, дроби больше, соответственно, более плотное прохождение конуса было, да. Ну и результат, как результат, по большому счету, это кучность на 10 сантиметров. Оно более кучно отработало, это устройство, данный боеприпас, чем девяточку. Идем дальше. Так, продолжаем стрельбу 25 метров. Чейз 32 грамма шестерочка. И Азот Профи Хантер пятерка 32 грамма БК. А Чейз у нас шестерка в контейнере. Соответственно, с Чейзом стреляем первым в левую мишень. И в правую мишень стреляем пятерочкой. Это у нас шестерочка, контейнер, Чейз. Это у нас пятерочка без контейнера, Азот, Профи Хантер.
Вот давайте мы с вами посмотрим. У нас получается продукт плотного боя. Вот такой получился здесь. И вот такой получился здесь. Я не просто так вам это обвожу, чтобы показать. Вот в предыдущем выстреле я вам говорил, что чем крупнее дробь, тем инерционная стабильность ее на центр, она будет выше. Способность перестроиться выше. Соответственно, она будет бить кучнее. А чем мельче, она будет бить шире. Вот мы смотрим. У нас уже, допустим, шестерка стрельнула в 54 сантиметра. То есть это еще кучнее, чем семерка. А, скажем, дробь номер 5, хоть она и без контейнера, она, по сути, стрельнула в полтинник. То есть вот мы должны, если мы вот так вот уже прям вот детально обведем по чесночку нашему, вот так, чтобы это все прям вот именно обозреть, то это будет вообще даже меньше 50 сантиметров. И смотрите, какой бой. Что у нас по шестерке? Идеально ровно получается бой на этом устройстве. Что у нас по пятерочке? Идеально ровно. Но момент какой? Очень кучно. В обоих случаях вы должны понимать, что это очень кучное устройство. Давайте вот разберем сначала шестерку. В любое место, если мы сюда где-то поместим нашу уточку, она у нас задымит просто. Если мы на этом устройстве в любое место поставим уточку, такая же ерунда. Хотя тут БК вообще боеприпас. Просто задымит. Стреляем дальше. Так, ну мы ушли на 35 метров. Первый выстрел я буду делать клевер, пятерка в контейнере. 36 грамм. И второй выстрел я буду делать 32 грамма, пятерочка, фетр. Бесконтейнерная. Ну, смотрим. 35 метров. Так. Я в обоих случаях маленько обнизил. Я говорю, ружье низит у меня. Первый день стреляю с него. Надо мне либо обвыкнуться, чуть выше брать, либо настроить его. Вот, в общем, сам бой. Если мы его, допустим, обведем, то он будет здесь вот так выглядеть. И что я хочу сказать? На 35 метров боя это всего 75 сантиметров. Кто из вас так хорошо стреляет? Я, допустим, так хорошо не стреляю. Мне зачем? Я понятно. А, ну еще хотел отметить, что вот много композитные сверловки всех передовых производств Америки, они работают, смотрите как. Что Карлсоны, что Паттернмастеры, что Брайли компания. Смотрите, какие ровные рисунки. Просто. Идеально ровные рисунки. Нету никакого коэффициента сгущения к центру. Отрабатывает тот и до. То есть, когда конус несколько раз меняет угол своего наклона, это называется многокомпозитная сверловка, да, архитектура конуса, состоит из ломаных прямых, да, то есть сам конус. То есть он не из двух прямых конус состоит. Соответственно, сам бой очень ровный, хороший. Просто счастье вообще. Вот возьмите пятерочку, теперь смотрим. Пятерка 32 грамма БК. Вот я ее тоже обнизил. Но... Во-первых, диаметр у нас без контейнерка 80 сантиметров и контейнерка 80 сантиметров. Идеально, видите? То есть устройство работает, вот оно. Вот я 80 сантиметров пальцем зажимаю, вот 80 сантиметров и вот 80 сантиметров. Устройство работает просто идеально и выкладывает одинаковые по центру боя картины.
Просто идеальный мир. Везде ровная очень осыпь. Очень ровно выкладывает. Очень ровно. Мне очень нравится. Прям просто счастье. Но единственное, с таких устройств стрелять надо. Это либо утку на воде где-то брать, если с подхода, да, когда вы к ней подкрадываетесь, накрывать. Когда нужно действительно что-то кучное. А так вообще, ну это надо очень стрелять хорошо. Ну и к тому же, на 35 метров, если с таким боем в утку попадешь, что там с нее? Ну там ее прям реально ей достанется, утки. Там особо кушать будет, наверное, нечего. А так устройство очень хорошо работает. Мне очень нравится. Идем дальше. Продолжаем 35 метров работать. Первый выстрел — четверка бесконтейнерная, фетеровская, 32-граммовая. И потом контейнерная. Так, первая бесконтейнерная. Угу. Так, идем дальше. Здесь у нас четверочка БК, фетр, 32 грамма. Вот она отработала. Но мне все равно вот как-то нравится. Если вот хоть как ни крути, работает устройство, конечно, хорошо. Если не учитывать, допустим, необходимости короткого дробового снопа, но до 35 метров это не имеет особого значения, какой там длины сноп. Потому что дистанция слишком мала. Если вот надо вот особо какую-то кучность, ну она прям четко лупит. Вообще, просто ништяк. Причем, заметьте, что она по выстрелу, она за 80 сантиметров не выходит. Она вот стабильно, ровно. Вот они, 80. Вот я пальцы не взял. Вот они. Миш, видно, да? То есть вот они стабильно, 80 она работает. Или, и возьмем, допустим, контейнерную. Обведем центр боя, да? Возьмем точно так же рулеточку. Ну вот она стабильная, я говорю, вот 80 сантиметров. Причем ей вообще без разницы, контейнер вы туда поставили или это без контейнера. Тут уже сужение 1:1 миллиметр, да? Ему уже там, по сути, по ходу вообще разницы нету. Если номер дроби 1, то и кучность, и равномерность, заметьте, она будет практически одинаковая. Вот наедь, Миш, на вот эту картинку, отъедь и наедь на эту картинку, пожалуйста. То есть она будет прям кучность примерно одинаковая и тут, и там. И равномерность она будет примерно одинаковая и тут, и там. Так, и теперь по концентрации дробин. Если вот тут вот у нас 132 дробины прилетело, то здесь у нас прилетело 137 дробин. Я просто не подписал. Давайте я подпишу. И 137 дробин. То есть по большому счету контейнер без контейнера как бы так. Но особо разницы никакой нету для этого устройства. Он что тем лупит нормально, что этим нормально, и вообще ему без разницы просто. Четверочка, это почти тройка. Я зайцев такой стреляю. Тетеревов такой, таким номером дроби стреляю. Вообще все четко. Идем дальше. Теперь предлагаю двоечками пострелять. 36 грамм пива, это главпатрон, и 36 грамм однерка клевер мираж, но это то же самое, что наша двойка. У них там по градациям поменьше. В левую часть стреляем без контейнерной и в правую контейнерной. Двоечка главпатрон. 36 грамм, 105 дробин прилетело. Смотрите, просто идеально вообще. Однерка клевер. Ну, это как наша двойка. Он 3,7 там идет. То же самое, что наша двойка, по сути. 113 дробин.
И вот теперь давайте такой момент посмотрим. Вот я вот о чем думаю, да, сейчас смотрю на это. Вот я, допустим, использую это вот устройство. Вот я стреляю. Вот у меня продукт плотного боя здесь. Вот продукт плотного боя здесь, да? Замеряю. Получаю 80 сантиметров. Стабильно, да? Знаете ли, у нас все номера дроби работают на 80 сантиметров. Замеряем здесь те же 80 сантиметров. Вот я прям 80 пальцем взял. Вот они 80. Ровно прям. Но это патрон, который стоит 24 рубля. А это патрон, который стоит 45 рублей. Здесь 24. И тут 25. Ой, 45. По сути, вот этот боеприпас в два раза дороже. Он контейнерный. А этот боеприпас не контейнерный, и он в два раза дешевле. Картинки посмотрите, вот по равномерности боя. Да для охотника это один хрен. Они прям почти одинаковые. То есть это устройство, оно может стрелять дешевыми боеприпасами, вот на что я хочу обратить внимание ваше. Оно может стрелять дешевыми боеприпасами и стрелять-то нехило. Очень даже хорошо можешь стрелять. Вот это вот, ну, обратите внимание. Пойдемте стрелять однеркой. Однерка Silvershot, главпатрон 36 грамм. Био, то бишь. Ну, бесконтейнерная. И однерка Energy 36 грамм в контейнере. Не случайно стреляю вам контейнером и без контейнера, для того, чтобы вы поняли, что для вот этого конкретного устройства, для него вообще не принципиально, что вы туда ставите, контейнерный или бесконтейнерный боеприпас. Так, смотрим. Вот у нас выстрел получается однерочка, бесконтейнерная, главпатрон 36 грамм, 86 дробин. Очень мне нравится формат рисунка. В принципе, и центр накрыт нормально. Ну и равномерненько на 35 вообще нормально выложил. А вот азот, хоть он и в контейнере, однерочка была 36 грамм тоже, да, только в контейнере, 82 дробины положил. Но у него вот единственное, что у него возможно, что центр как-то побольше накрыт, да? Но что мне не понравилось, что как-то он закучнил, а вот периферию осыпал как бы так. Мне вот когда пошире, мне больше нравится. Если вот, допустим, взять вот продукт плотного боя вот здесь. Ну, ладно, без вот этой одной. И продукт плотного боя вот здесь. Как бы я считаю, 95 и 90, да? Но я считаю, что здесь как-то даже вот она отрабатывает бесконтейнерным боеприпасом как-то даже получше, чем контейнерным. Вот давайте сейчас контейнерный перестреляем, допустим, возьмем фетр, однерочка 36 грамм, посмотрим, что покажет нам. И эту пока оставлю прямо так. Фетр однерочка. В контейнере 36 грамм. Подбираем боеприпас. Смотрим. Так, 87 дробин. Номер один. Фетр. 36 грамм получается у нас в контейнере. Вот. И вот у нас продукт плотного боя. Смотрите, не менее широкий получился. Вот очередной раз заметьте, что очень важно всегда играть боеприпасом. Вы мне часто звоните, говорите, ну вот я какие были патроны, поехал, пострелял. Расстрелял, все понравилось, к примеру. Я говорю, а что толку-то? Он говорит, ну как, посмотрел, каково устройство. Я говорю, да как ты их расстрелял? Старые боеприпасы у тебя больше нет. А как полетит новый, ты же не знаешь. Не знаешь.
Надо вот взять по пачке того, пострелять так, вот это летит. Поехал еще, докупил по 3, по 4, по 5 пачек. Все, ты прям знаешь за боеприпас, ходишь с ним, охотишься. А если ты старый боеприпас порастрелял весь, какой был, тебе все понравилось, так а на охоту-то ты другие патроны же берешь в магазине. А как они-то стреляют? Как вот, это надо, эти вещи обязательно это надо понимать. Фетр номер один, контейнер 36 грамм. Очень мне нравится, очень. Бой такой прям, ну четкий, мне очень нравится. Ровненько все. Здесь вот сгущеницы есть небольшие, но прям для однерки счастье просто. И здесь тоже ровненько все. Вот они по сути, контейнер и без контейнера, 86-87 дробин. Ну практически идентичный бой. Даже если его по ширине замерять, вот он получается, ну там в 95 сантиметров встает, как оно, собственно говоря, и здесь они 95 сантиметров. И широко, и ровненько. Но опять же, это вообще дешевый патрон, 24 рубля, по-моему, я за него отдал. А этот все равно там уже, ну, такой чуть подороже. Ну, я не помню сколько. Не, ну, тем не менее, это далеко не клевер, если уже так рассуждать, который по 45 рублей стоит. А если вы еще сами релодите, то тут можно вообще просто космоса добиваться. Вообще четко все будет. Пойдемте на дистанцию 50 метров. Сделаем всего два выстрела. Потому что заканчивать уже пора. Однеркой и нолем. Однерка 36 грамм, а ноль 40. Сначала однерочкой стрельнем. Так, 94 дробины, в общем, я обнаружил. Вот здесь напишу, 94 дробины, однерка. ГП 36 грамм, контейнер. Ну вот, давайте разбирать. Вот заметьте, да? Что когда на 50 стреляешь, когда есть возможность вот такого крупного планшета, это просто кайф, вообще счастье. Так, ну смотрите, получается, вот у нас атака, если вот по центру брать, да, куда я стрелял, это вот гусик наш. Вот он радостный летит, крыльями машет. И тут по нему происходит выстрел. Один сразу контрольный в голову, да, чтоб не мучился. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 попаданий по гусю. Я считаю, это прям за глаза хватит. Гусику, чтобы радостному, короче, умереть. Так, ну смотрите. Во всех частях мишени, в принципе, достаточно присутствует дробин. Вот в таком вот радиусе. Сейчас мы его попробуем, этот радиус озвучить. Обрисовать его. Так. Вот этот вот радиус, вернее диаметр, он достаточно плотно накрыт, чтобы вот добыть нам, да? Это получается 1,5 метра. У нас предыдущее устройство, которое фулка была, мы отстреливали когда. Она у нас, получается, давала 1,60 м. Здесь 1,5 выдала. По-моему, 1,60 м. Ну, посмотрите там в той серии. Тем не менее, что хочу сказать. Во-первых, еще давайте на раз вернемся. Что вы мне показываете? Вот у нас, если, допустим, взять вот лист, по которому я стреляю вам на полтинник, он будет выглядеть вот так. Вот так я в него попадаю, и такие кучи я вам показываю, да, там, вместе с этим, с гусиком, вот так. Что показываете мне вы? Вы сначала промахнулись, вот так вот, и показываете мне вот это. Либо вы показываете мне вот это, вот так вот промахнувшись, вы мне покажете, что у вас там вот в какой-то части мишени пустота.
А зачем вы мне это показываете? Вы сначала попадите точно по центру. Почему я вам постоянно говорю? Я постоянно говорю, братан, да ты мне просто показал край осыпи и хочешь, чтобы я на полтинник оценил работу твоего устройства. Вы мне говорите, да я центром попал, просто тут в этой части мишени чуть меньше, а тут вот чуть больше. Да ты не центром попал. И не надо со мной спорить никогда, я же вижу. Вот вам, сколько раз я уже на 50 метров стреляю, если ты центром попадаешь, центр, вот он. И он всегда будет нормально накрыт, если это устройство работает хорошо. Вы постоянно мне пытаетесь показать. Вот так вот показываете, смотрите. Вот вы мне показываете. Обнизили, допустим, и вы мне показываете. Вот давайте сравним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, двенадцать, двадцать. 20 дробин всего прилетело вот в эту вот часть на 50 метров. Теперь вот как я стреляю, да? Смотрим. Вот он, вот тот же самый листик наш, да? Вот он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 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 двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. И вы мне потом говорите, вот это 47, вот это 47 дробин, а вот это то же самое, 20 дробин. И вы мне говорите, да я по центру попал, а у меня всего 20. Что-то у меня, говорит, надо, наверное, еще устройство притереть. Я говорю, ну, этому человеку, но у тебя на 35, на 25 ты стрелял, мне показывал, у тебя все четко. Ты просто не попадаешь по центру. Да ну я не могу промазывать. Да можешь. Еще как можешь. То есть получается, вот я стреляю, и вот такие картины видите вы у меня на отстрелах. А вот вы мне показываете. Либо наоборот верхнюю часть, да? Вот она. Либо левую часть. Но это не точные попадания. На 50 метров вот так должно попадание выглядеть. Вы заметили, что у меня центр моего круга, вот этого, который я вам нарисовал, он находится вот прям как раз вот в центре, эта точка красная, которую я определяю как старт своей мишени. К ней я и привязываюсь, стреляя на 50 метров. Теперь дальше. Дистанция 35 метров. Показывала 87 дробин, к примеру, да? Вот средняя у нас получается 36 грамм однерка на контейнерах. Пусть там, ну, в среднем 85-87 дробин. По дистанции 50 метров мы видим, что эта дистанция сокращается. Популярность дробин на вот формат мишени непосредственно сокращается на 40% в среднем. Ну так тогда от этого и нужно нам отталкиваться. То есть, ну, в среднем это 40-50%. То есть, если вы точно попали на 50, то у вас никак не может быть, чтобы в мишени дроби было меньше, чем в мишени на 35 метров, если, в смысле, наполовину от 35. Давайте я прям даже нарисую, чтобы понятно. Если у вас на 35 метров 87 дробин, да? А на 50 метров у вас, значит, не может быть меньше 40-50 дробин. То есть на 50 метров у вас 40-50 дробин стопудово должно быть. Если у вас на 35 было вот так. Если вы видите, что у вас 20-30 там дробин, значит, вы мажете, вы не центром попадаете. Потому что в угловых дробь, смотрите, как стреляет дробь. Вот она смещается, вот. Вот это 35 метров, вот это 50 метров, да? Если у вас вот здесь вот на 35 87 дробин, то вот здесь меньше, чем 40-50, ну не может быть. Если вы по центру прям вот все стреляете, вот у вас через центр выстрелы проходят, по центру не низите, не высите, ни вправо, ни влево, а именно работаете на центр мишени, то у вас...
Если на 35 было 87 дробин, у вас хоть как, тут 40-50 точно будет. То есть минимум от вот этого значения должно сюда прилетать, это 50% в среднем. Если этого нет, и нет вот такой большой вот планшетки, как у нас, которую мы стреляем, то это значит, вы 100 пудов мажете и не рассказываете мне сказки. Так, пойдемте еще на разок на 50 стрельнем 40-граммовой нулевкой и будем заканчивать. Ну а мы делаем завершающий выстрел этого сет-отстрела. Нулевочка 40 грамм главпатроновская в контейнере. 50 метров. Нулевка 40 грамм, 87 дробин на листе я нашел, главпатрон, контейнер. Что мне понравилось? Понравилось мне прежде всего это кучность для дистанции в 50 метров. Вот давайте я сейчас ее попробую обвести. Вот продукт плотного боя, как я его вижу, весь вот здесь. Правильно? Правильно. Даже не так. Его можно было бы даже вот так вот обвести, да? Вот тогда круг будет ровный. Опять же, хочу обратить ваше внимание на что? Вот, вот так вот. Все, теперь у нас лекало ровно, прям составлено. Если вы видите, кружок получился прям ровненький, да? То есть вот он. По выстрелу, что хочу сказать? Ну, во-первых, опять обращаю внимание, вы видите, что я стреляю всегда точно по центру, практически всегда выстреливаю. То есть, если у меня бывают дни, когда я просто, ну, не могу стрелять. Я вам говорю, вот я там взял влево, взял вправо, мне начинают в комментариях писать там иногда. Ну вот, надо стрелять точнее. Ну иди постреляй, сам попробуй. Особенно, когда ты 5 часов подряд стреляешь. Вот сегодня у нас уже 5-й час съемок заканчивается. Понятное дело, иногда мажу, но вот бывают дни, когда я себя хорошо чувствую, я как бы прям при любом раскладе готов стрелять, и я стреляю. Но я-то вам показываю вот мишени. Вот у меня центр выстрела, еще на раз хочу проговорить вот это, чтобы уже наконец-то поняли прям все, что нужно и чего я жду от вас. Вот моя мишень. И вот это я вам показываю. Вот это. А вы мне постоянно пытаетесь показать фрагменты ваших выстрелов. Вот завысили, вот это показали. Или, допустим, показали низ. Но не будет там столько дроби, сколько у меня на 50, конечно. Я вам говорю, что вы должны стрелять центром. Вот вы теперь смотрите. Какой хороший патрон вот этот вот для этого дольного устройства, вот для меня лично. Очень кучный, и в то же время, я думаю, что с таким боеприпасом, конечно, надо уметь хорошо стрелять. Но при этом на 50 метров он заберет гуся просто в любой части окружности выстрела. Прям 100%. На периферии практически вот не дало. По чуть-чуть прям дало вообще. Короче, считаю, что вот устройство Full, X-Full, они прям вот как дальнобойщики, они прям четкие. Даже вот по гусю куда-то ехать, я не знаю. Ну, по гусю там за длинный дробовой сноп надо будет все равно разговаривать, потому что на Full X-Full длина дробового снопа будет значительно длиннее, чем у того устройства Code Black Goose, на Condor Long Range и так далее. Ну, а с другой стороны, если вы охотитесь, допустим, на полях, ну, на площадках своих угодий, охотитесь именно по земле, там, на какую-то дичь, там, зайчик, да, тетерев, там, все что угодное, по угонным мишеням вообще без разницы, какой там дробовой сноп. И плюс, сами зайчики так быстро не летают, как гуси. И тетерева, когда они только на взлет идут, только они поднялись, они тоже медленно летят. Там без разницы вообще какой дробовой сноп длины. Главное, чтобы кучности хватало. Все, зарядился и попер гонять все подряд. Здесь на все хватит вообще кучности. Я считаю, прям вообще четкие устройства, с удовольствием пострелял сегодня Full X-Full. Давайте я здесь тогда уже и подведу итог. В общем, считаю, что устройство, которое делает компания Braille,
относящийся к разрядам, значит, лонгов второго порядка, да, то есть дальнего разбора, ну, как мы еще тут называем в Сибири, вот, они прям четкие. Считаю, что их использование по такой дичи, как зайчики, там тетерева и так далее, вполне обосновано. Можно без проблем по гусю работать. Использовать можно его в принципе в различных, везде. Единственное, я хочу заметить, что здесь идет трехкомпозитная сверловка, то есть три раза меняется угол конуса. Соответственно, дробь более комфортно проходит это устройство. Она так не мнется, как мялась бы на обычном чоке полном, который у вас одна риска на ружьях. И это устройство, оно работает просто, прям четко работает. Мне очень нравится. Вот такие картины наблюдать на 50 метров, это прям счастье вообще. Это просто практически идеальный бой оружия. Ну, я так считаю. Это налевка, это 40 грамм. Там я что-то смотрел, там их всего-то штук, наверное, 88-90, наверное. Ну, в самом патроне вмещается вот таких вот налевок. Ну, такая тема. В общем, будьте с нами, оставайтесь с нами. Если нравится, как мы работаем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно нажимайте колокольчики, чтобы не пропускать новые серии.